Привет! Сегодня мы опять в Азове. Сегодня 19 июня. Сейчас мы вам покажем, какой Урзуф сегодня. Людей по-прежнему нет. Обычно здесь с двух сторон от улицы. Здесь обычно много машин, люди ходят. Вот подъезжаем к центру. Ну, движение чуть-чуть есть. Белый аист работает. Вот здесь вот магазин в аренду сдается. Аптека вот тоже в аренду сдается. Мы сейчас едем в базу отдыха Изумруд. Как раз открыты. Итак, о, тут много машин. Ай, не успел. Вот такие домики здесь. Ну, хозяйская машина стоит. А, обе. Небольшая экскурсия по Изумруду. Вот там душевые, туалеты и вот это вот, где окошко, вот вы видите, это кухня. Вот так выглядят домики здесь. В каждом домике по 4 комнаты на разное количество людей. Такие вот домики. Вот там за забором уже сразу лунопарк. Здесь еще есть вот так вот. Прямо на территории есть веревочный парк. За каждым домиком есть полянки. Там стоят столики. И там можно отдыхать. В общем, база отдыха Изумруд. Под видео, там в комментариях, я напишу номер телефона администратора этой базы отдыха. Всем удачного отдыха в Урзуфе.